Так, продолжение рубрики «Ремонт дороги Днепр-Кривой Рог». Сегодня 2 ноября 2020 года. Расстояние где-то 50 километров от Кривого Рога, чтобы было понятно, где это происходит. Вот сейчас снимают старое покрытие. Расширяют дорогу. Готовят подушку под новый асфальт. Стоят грузовики со свежим асфальтом. Вот, а вот уже ложат новый асфальт и катки укатывают. Даже не асфальт получается, а такое ощущение, что асфальтобетонная смесь. Судя по цвету. Формируют подушку вот такой высоты, если видно на видео. Ну, я не знаю, сантиметров 30, наверное. Камера передает, не передает. Положили, походу, черновой асфальт сверху.